минувшем году в нашем городе впервые проходил конкурс «Лучший подъезд в жилом доме». Его победителем стала инициативная группа жильцов третьего подъезда дома номер 7А по улице 1 мая. Жители Парадной создали у себя в доме настоящую сказку. На каждой лестничной площадке здесь стоят живые цветы. Стены украшены яркими рисунками, а на окнах висят белые занавески. Жители подъезда признаются, что все это их общая заслуга. Благодаря людям, жильцам подъезда, благодаря им вот мы содержим и чистоту, и порядок, и красоту наводим. В начале августа стартовал прием заявок на участие во втором городском конкурсе «Лучший подъезд в жилом доме». Участие в конкурсе может принять любой подъезд любого жилого дома в городе Черноморске, независимо от формы собственности. Необходимо всего лишь написать заявление, либо на имя начальника коммунального предприятия ГУЖКХ, либо на заместителя городского головы о желании принять участие в этом конкурсе от жителей подъезда, с подписями жителей подъезда. И желательно подать эти заявления до 25 августа текущего года. Победители конкурса, члены жюри будут определять по нескольким критериям. Отсутствие долгов по коммунальным платежам жителей, которые населяют этот подъезд. Активное участие этих жителей в благоустройстве подъезда, ремонта подъезда. Далее состояние противопожарной безопасности в подъезде тоже играет немаловажную роль. Также упорядоченность сетей, которые проходят по подъезду, в том числе сети интернета, кабельного телевидения и так далее. По итогам конкурса обладатели первого, второго и третьего мест будут награждены денежными вознаграждениями в размере 2800, 1800 и 1200 гривен соответственно.